Hello, everyone. Join. Oh, go on. Да, я молодец. Умничка. Скромный такой. Весь. Из себя. Так. Так. Без повтора. Ну ладно. О. Ура, мы ломим. Со шведой. Согнулись все вообще уже. Шведы. Десант. Десантируется. Танковый. О, сейчас будет море крови. Море крови буквально. Что творится? Чего творится? Ура! Мне не нужно. Я уже. Да. Такой я молодец. Кругом.
Ой, сколько так. Жуть какая. Кораблик дошел быстрее самолетика. Вот так вот примерно. Всех убивают, грабят. И т.д. и т.п. А мы пока не грабим. Пока прокачиваем. Качаемся, качаемся. Раскачиваемся. Сколько мы уже качаемся? Тысяча 973 часа. Качаемся. Четвертого ноября 2016 года. С 4 ноября 2016 года играй на этом аккаунте. Играем, играем. 56% достижений. Ля-ля, сюси-пуси. Вот у нас 50 золота получили. Один раз и второй раз получили. И третий раз получили. Это всякая база наша. Наша база. Отсюда мы запускаем войны. Сами выходим, отправляем пока членов клана нашего.
Assai. Cacciai avarono. Критичный процесс. О, что вы кричите? Заборчик. Нужно 9 миллионов 600 тысяч зеленых коробочек. Ужас. Но вот здесь полмиллиона выдают иногда. Почти каждый день. Еще можно здесь играть в чертову рулетку. Бесплатно один раз в день. Здесь 50 выпало. Трижды. По крайней мере, из того, что я зафиксировал скриншотиком. Может, раньше упадало. Ладно. Что самое никудышное, так это то, что война плану ничего не дает. Ничего. Участие в войне. Я понимаю, если бы уровень клана повышался, а в зависимости от уровня клана, плюшки были бы какие-нибудь увеличение войск на 5%, дополнительную пушечку какую-нибудь, пулеметик. Незначительные, но приятные плюшки. А сейчас никакого толка от войны нет. Только те, кто участвует, зарабатывают грабежами. И получают приз за победу. А те, кто не участвует, как я, ни горячо, ни холодно. Делать вот, что с вами надо делать. Нельзя так. Смотрели бы, как в других играх серьезно подходят к войнам. Сделали бы выводы, но не хотят. Не до этого. Игра малочисленная какая-то. Никто не платит. Ну, симпатичная. Игрушка симпатичная. Такая. Военизированная веселая ферма. Ну, конечно, это все. Но... не самый плохой. Убийца времени. В клане 20 человечков. Факт, что 20, может, там двое всего, я один,
остальные боты. Один игрок, 19 аккаунтов. Всякое бывает в играх. Кто их знает? Это у нас один аккаунт. А у других нифига. Вот сколько их всяких. Человечков. Оригинально пишет. WhatsApp. Не WhatsApp, а WhatsApp. Это две большие разницы. Ну ладно. Мало ли кто здесь пишет. Господи. WhatsApp, сокращенно SAP. Едет и едет. Если поставить так на лагерь, ну, чтобы он захватывал островочек. То войска будут ходить по всем островам. И сюда забредать будут. Забредать. И сюда. Так вот они ходят. Раньше у нас где-то здесь вот эта штучка была. При другом расположении она влезает сюда. Тогда еще кораблики ходят вокруг острова всего. Какой ужас. Вокруг группы островов. Оживляют базу. Еще кролик здесь есть. У нас снеговик. Олен. У нас овчарки нет, потому что это за денежку, за реальную, можно только купить. А то, что можно купить за золото, мы купили. Золото добывается с парашютиков. Парашютики. О, вот эти парашютики. Оп, и иногда случается там 9 золотых слитков. Ну ладно.
scorszak, hanem szóval kérdőről is szkorbult. Ez a szpor egyik zélónak, karobocsik, parasútik, spuszkálisúsia, vosajtúrai, mutatkod, zöpalmi egy skávú. Вот эти вот прокачка заборчиков не повышает уровень вот этот вот. Такая несправедливость. Если мы собирали коробочки, до сих пор бы были бы в 20-м уровне, типа того. Еще когда на вас нападают, вы закупаете войска стерильные, тоже повышается уровень. Или вы нападаете и теряете войска. А мы не нападаем, мы только защищаемся. Так что уровень у нас медленно растет. А если бы еще парашютики не хватали, так вообще не тогда. Верить было бы. Это мы проверяем по карте. Не упал ли еще один грузик? О, танк. Тяжелый танк, по-моему. Да. Передвигается. Тихонечко. Его встречает пушка. Ну, еще один. Посылочка прилетела. Кролик добрался. Шутки, мужик.